Всем привет, это Каштанов, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет реакция на «Сержант Братан», уже 12-я серия. Как мы все помним, в 11-й серии события развивались очень трагично и очень стремительно. На Салту совершили покушение, но это, конечно же, еще было в конце 10-й серии. В 11-й серии на нее было совершено повторное покушение, и, как мы все помним, хорошо, что оно было неудачное. И по всему 12-я серия обещает быть еще более энергичной, интересной и жестче, да? И, кстати, говорят, возможно, она будет последняя. Появился Инстаграм. Инстаграм именно канала. То есть там будут все последние свежеактуальные новости, что касаемо канала, какие реакции я записываю, что планирую записывать. Ссылка будет в описании и в первом закрепленном комментарии. Так что подписывайтесь. Там ничего не будет лишнего, только информация касаемо канала. Ну все, приступаем к просмотру. Не забывайте подписываться на канал. Посмотрим, что сегодня будет. Какой-то странный кадр, да? Такое ощущение, что авторы хотели показать, как будто бы жена расходит с ума. Вот мне почему-то такие мысли пришли в голову сразу. В такой ситуации улыбка. Ну, возможно, это какой-то защитный механизм организма, когда уже все на пределе, да? И вот эта улыбка, конечно же, это не от какой-либо радости. Это уже, я так понимаю, крайняя мера организма. Ну, сейчас посмотрим. Я всю ночь дежурил возле палаты. Никого не было. Менты не появлялись, да? Нет, еще. Опа. Рахмет Бахрам. Блин, за палец извини. Сержант, братан. Забудь. Блин, хороший он мужик все-таки, это Бахрам. Привет. Кылыс. Нормально. Салтаглы. Врачтар стабильно девратыр. Ладно, я покурю. Хорошо. Сержан, мен артық айтып қойған сияқтын. Енді өзің білесің ғой. Бәрі бар ғой, бірінен соң бір қарбалас кет. Оның үстіне түсінесің ғой. Мен сені кешірім сұрайын деп едім. Да ты не парься, все нормально, Жанар. Рас, сен дұрыс айттың. Менің өткенім біздің отбасымызға кесірін тигізіп жатыр. Но я хочу все исправить. Қалай? Ну, найти тех, кто это сделал. Түсінікті. Сол баяғы 90 жылдардағыдай ма? Сержан, кек алудың қажеті жоқ. Одан да қызымыздың өмірі үшін күресейік. Жанар, я хочу справедливости. Чтобы все было по понятиям, понимаешь? Сержан. Опять отголоски 90-х, да? Понятия. Тоқташ. Мен саған бірден айтуым керек. Мен... Сержант Жанар, здравствуйте. Здравствуйте. Мне доложили о вчерашнем нападении. Такой мерзости в отношении к своим сотрудникам я терпеть не собираюсь. Это беспредел какой-то. Жанар, вашу дочь круглые сутки будут охранять мои бойцы, не переживайте. Наконец-то так, додумался. Вы нашли того, кто пытался убить мою дочь? Благодаря вашему сыну мы составили фоторобот. Есть двое подозреваемых. Будем их искать? Извиняюсь, конечно. Но вы... Что-то хреново работаете, господин полковник. Майора полиции дважды пытались убить. Я бы на вашем месте весь город перекопал.
Вы же за своих лодку должны рвать. Слушай, ты меня хочешь научить работать? Мои спецы и так круглые сутки работают. Землю роем. Найдем мы этих тварей. Жанар. Я ему не верю. Если вам что-то нужно будет, вы знаете, как меня найти. Стопорну, да ненадолго. Кстати, я понял, почему Жанара улыбалась. Догадались, нет? Мне кажется, что она в конце серии скажет, что она беременна. А? Это будет вообще очень крутой поворот. Я такой. Вообще не шевелится. Сержант, колдарынан келгенше көмектесіп жатыр ғой енді. Прислали двух щеглов в погонах. Офигенная помощь. Да. Сержант, чувствуешь, что что-то не то. И отомстить, да, дело даже не в понятиях, а в том, что они просто не остановятся, они так и будут преследовать султанат. Салту, простите. Жанар, я вроде вам все рассказал про состояние салтанат. Жоқ, басқа бірдеңе сұрайын деп едім. Не ой, сізде беременіңізге анализ тапсыруға бола ма? А? Че я сказал? Маған? Вы уверены? Симптомы какие у вас? Енді жүрегім айни береді, құсқым келеді. Әлсіздік бар. Сосын кейінгі кезде тіптұр. Нервный болып кеттім өз. Жанар, у нас в больнице есть штатный гинеколог. Вы к нему обратитесь, я его предупрежу. Он вам все-все объяснит, хорошо? Хорошо. Рахмет. Ага. Сау болыңыз. Да, это будет очень крутой поворот, если она, оказывается, еще беременна. Да. Режиссеры, сценаристы не перестают удивлять. Салтушка. Салта, я нашел твои сочинения. Ты там написала, что я был твоим героем. Вот теперь видишь, каким я стал героем. Бірақ, сен кішкентай кезіңде қасыңда ұзақ бола алмадым. Сен жаңадан туған кезді қайтарып алу үшін мен бәрін берерім. А я помню. Мы тогда всю ночь гуляли. Кричали, пели песни, а потом я тебя взял на руки и чуть не заплакал. Ну, при пацанах как-то стрёмно было плакать. Слезы, да? Мы сен снем, конечно, маған өк білуге толқақың бар. Бірақ мен ол кезде не істесем де сендер үшін тек отбасым үшін ғана істедім. Уақыт солай болады. Я держал людей в страхе, они меня уважали, там боялись, но врагов үшін мақтанбаймын. Но все равно знаю. Ты моя дочь. Ты моя кровь. Блин, одна из самых крутых сцен, я считаю, во всем сериале. Если брать, что это последняя серия. Такая прям берет за душу. А вот сейчас, да, судя по всему, начнется что-то страшное. Ой, Жанарочка, привет, как дела? Охереть. Керемет. Ну, вы все поняли, да? Чего-то ты подозрительно улыбаешься. Жей, бір анекдот есіме түсіп кетті. Да, блин, не ври. Ты с самого утра светишься. Ну-ка.
Есть хорошие новости? Рассказывай. Кешіріңіз, Бахрамбека. Сізге айтатын жаңалық емес. Ты беременна? А, тоже понял. Не? Қайдан біліп қойдыңыз? У тебя в руках справка. Написано, беременность положительна. Ай, блин. Ну как? Ну, и как ты успела? Кто отец? Да что за вопрос? Енді бұндай сұрауға болмайды ғой? Да, я знаю. В смысле, кто? Но... Вы не рады? Нет, конечно, рад. Очень рад. Не, ну не он же. Не он. Это слезы, да, без надежды, все. Какие-либо надежды просто рухнули. Ішінде 7-8 адам, сыртында 4 адам стабильно жүрет. А че? Охрана көп қой жүр. Ішінде не бар? Біздің старший братанның склады. Осында қару-жарақ наркот алып келеді. Братанның өзі қазір бекақ. Мен қызымды өлтірді, кім приказ берді? Біздің старший Қанат деген братан бар, соның приказы. Просто барып келші, оқ келмін болды. Мен ештеңе істеген жоқ. Хера себе, он уже с ними сотрудничает. Ей, братан, не істеп жатсың? Короче, сенің бір сағат уақытың бар, қаладан кетіп қалу үшін. Түсіндім. Или, если вы артау болында, реально завалил, понял? Түсіндім, братан, болды, мен енді көрмейсіздер. Раз айтам, мен жоқ болам. Братан, он же нас даст. Мен сдавать етпейм, братан. Раз айтам, мен сдавать етпейм. Мен енді жоқ болам, братан. Че, ребят, как думаете, сдаст или нет? Просто біздің шеф бастан кетіп қалған. Мен өзімді криминальный өмірді қойғым кеп жүрген. Да, құлақтан тепе, кетші нахуй. Болды, болды, түсіндім, братан. Почему-то мне кажется, что не сдаст. Ну чего, Бор? Дождемся темноты. И потом будем делать. Да, серия, конечно. И на события, и на эмоции прям вообще напичкана. Қалайсы? Врачтар айт, сенің сондай батыл, мұқты екенді. Сен әлі тұрып кетесің. Доча, представляешь? Мен екі қабатпын. Бүгін анализ тапсыруға барып едім. Врачтар да солай деді. Сен білесің ғой, мен тағы да бала туғым келіп жүрген. Бірақ өзім біртүрлі оған сенбеймін. Дәл осындай жағдайда олай болады деп ойлаған жоқпын. Сен міндетті түрде тұру керексің. Өйткені білмеймін, мүмкін інің ба, сіңілің ба, біреу дүниеге келгенде сен маған керексің, жан. Мен сені сондай жақсы көрем. Блин, ребят, представьте, а что это, а что, если это такая гениальная и злая задумка режиссера, да? То есть Салто умрет, но как бы бог или судьба, или я еще не знаю кто, да, взамен ее дает как бы, ну, нового ребенка, да, малыша. Ну, не знаю, конечно, это мои мысли вслух. Ну ладно, что гадать, да? Посмотрим. Жанар, я никогда не писал тебе писем. Да, ты знаешь, что красиво говорить я никогда не умел. Короче, скорее всего, я не
вернусь. Я нашел тех, кто сделал это. Это очень серьезные люди. Они жестокие, тупые, дерзкие и пойдут до конца. У них, походу, связи. С ними нужно разобраться. Старым и проверенным методом. Я уже попросил прощения у Салты. Теперь прошу прощения у тебя. Прости, что не оправдал твоих надежд. Ты столько выдержала ради меня, а я поступил с тобой жестоко. Ты единственная, кто приняла меня таким, какой я есть. Я люблю тебя. Понял это поздно. Не суди меня за то, что я собираюсь сделать. Давай еще раз повторим. Ты вырубаешь охранника на входе, отключаешь электричество, и дальше я уже действую. Если этот урод выбежит с черного входа, ты знаешь, что делать. Давай сними брюки, парень, братан. Була, придерживайся плана. Если я через 15 минут не появлюсь, вот ключи от тачки, она твоя. Просто уезжай, братан. Бля, братан, завязывай. Хайдаган, айтпаш, бля. Ну чё, Булат Асылбекович? Или просто был ураган? Для меня была честь двигаться с тобой. Таких друзей, как ты, один на миллион. Блин, он прощается, считай, с ним. Ну как так-то? Бля, братан, та этого саған айтпадым. Ну, рахмет за все. Егер тағы да өмір сүруге екінші рет шанс берсе, мен жігіттермен и сенмен до конца бірге болар едім. Не, мне почему-то кажется, что Булы еще сыграет свою как бы значимую роль. По-любому сейчас как-нибудь выручит или еще что-нибудь. Ну ладно, Петя, да? Догадками занимаюсь. Ну-ка, ну-ка. Ага. Кто такой, блядь, а? О, братишка, свои, свои, спички ломай. Напряжение вообще дикое, ребят. Блин, ну кастетом, походу, там на глушняк. Каких это пор они начали вырубать его, ебаный насос? Адя, это ты? Да ну нахуй! Блять,
Давай, 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 старичок. Красава. Ой, блин. Жастар заебал шығардыған. Блин, сержант, возьми ствол. Ты что творишь? Рэмбо хуя. Ты дал приказ, чтобы завалили мою дочь. Дочь? Какая дочь, блин? А, во как, блин. Что дочка тупая, что отец тупой, блин. Вот вы упертые, блин. Короче, тема такая. Бросай автомат и пойдем. Выйдем с тобой, как мужик с мужиком. Раз на раз. Я тебя просто на кулаках убью и все. А если не хочешь, то вот этому твоему братишке жопа, блядь! Да ему и так уже жопа. Да ему похер. Сука! Я попал. А, блядь! Сука. Бля, вообще безбашенный просто отморозки. Просто... Хитрый жук, оказывается. Ну чё, Рэм, талам, что ли? Стоять, сука! Отпусти мою папу, бля! Тихо, тихо, братишка, спокойно. Опа! Ты сучонок, бля! Опа! На, сука! На! Никто не имеет права поднимать оружие на мою семью! На, сука! На! Вставай, мразь! Вставай, блядь! Стоять! Не двигаться! Сержант, успокойся, что за кипиш? Да, как он тут оказался? Давай замнем это дело. Нихера себе. Я скажу, что ничего не видел. В рапорте напишу, что два ОПГ не поделили базар и перестреляли друг друга. Да ты что, полковник, охуел, что ли? Я тебе еще зря платил за крышу. Да. Ты должен был крышевать нахуй нас. Вот оно что. Они придумали всякие байки, бля. Ну, забери его от меня. Это и было понятно. И посади его на всю жизнь нахуй. Вот оно что. Ты же должен защищать народ, господин полковник. Получается, ты проститутка. Вагон. Раз ты продаешься за бабки. Ты нахуй за своим базаром следи. Ты что, меня козлом отпущения хочешь сделать? Да я клянусь тебе, не знал, что этот отморозок хочет Салту завалить. Он же пробит на всю голову. Ты мент, сука. Следи за языком. А ты заткни рот свой нахуй. Сержант, я честно говорю, не знал, что такая пайда будет. Отпусти его. Я его надолго засажу, не переживай. Да что ты говоришь, в смысле отпусти?
Пап, 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 не надо, пожалуйста! Пап, Киргимис! Сейчас вижу за это зло! Без отморозки Киргимис, мы чисто! По понятиям двигаться этим зеб! Пожалуйста, Киргимис! А то сейчас в тюрьме их мать! А сейчас маған керексіз, пап! Да, еще получается, мент еще и чистым выйдет из воды, что ли? Ты, сука, отморозок. Я с тобой еще раз берусь, блядь. Ну, слава богу. Молодец, сержант. Да, ну нахер, это что такое, а? Ну а что его сразу нельзя, чтобы зазвалить? Сука. Та сцена из Рэкетира, да, якобы, это была просто отсылка. Это не была просто такой сценой, как бы. Блин, ну жестко, жестко, ребят, жестко. И опять же, да, я оказался в какой-то степени прав, что касаемо беременности. Только Салта, конечно же, выживет, да, просто, я так понимаю, сержант не выживет, но вместо себя у них появится новый малыш, вместо него как бы. Не, ну режиссер, конечно, гениальный. До последнего не знаешь, ну как бы есть какие-то догадки, да, предположения, но до последнего просто не понимаешь, как все будет. Но оно так и должно быть. Ну что, ребят, это как бы... Так, погодите, а здесь, по-моему, еще не до конца. Здесь еще целых 5 минут. Блин, чуть-чуть не пропустили. Так, ребят, по городу участились кражи автозеркал. Нужно взять это под контроль, понятно? И Умаров, перестань опаздывать. Какой пример ты подаешь своим сотрудникам? Она на его место. Нужно усилить дисциплину. Спрашивать я буду с тебя. Понятно? Есть. Сарсенов, нужно поднять с архива все висяки за последние 2 года и занести мне. Так точно. Так точно. Почему не записываем? Пишите. Она разгонит осиное гнездо. Алло, да, Ержан. Мне попал. Алло, Салта. А, ой, извини. Подполковник Салта. Да, прикинь, я поступил. Да ну! Ухтывался, молодец, на грант? Да нет, какой грант? Платный. Маме сообщил? Да. Позвонил маме. Трубку не берут что-то. А, слушай, она, наверное, готовится. Ты давай езжай домой, помоги ей с ужином, хорошо? Угу. А ты что, не придешь на ужин? Слушай, из-за твоего скандального видео у меня работа на 10 лет вперед. Постараюсь, где я жму скоро. Давай-давай. А, все, окей. Ага. Все-таки он выложил это видео, да? Ну, Ержан, красава, конечно. Брюн, кель, комик ты еще вертеш? Не вол, Джеки, комик керек па? Жо, жо, була сей бар, отравер. Ержан, ба, салтанат па. Жақырш, комик ты еще вертеш. Не қыласын, отравер сен олар.
Не істейін? Мынаны алшы. Сержан үйінде қызмет ету мен үшін абырой ғой. Қойдыр. О. Еттің иісі бар ғой. Суп қалмасын. Апар е. Тезірек. Болды ма? Давай, 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 ашыл дастарханды. Вареньені алшы. Ортан ашыл. Вареньені ал. Мен алдым. О. Давай, мен сразу тос айтып берейін. Я-я. Келіс. Давай, құй. Бізде бүгін үлкен қуаныш болып жатыр. Біріншіден, Шигол екінші рет универге түсті. Қуанышты мы, Шигол? Рахмет. Вайн түсірем деп тағы оқудан шығып кетіп жүр ме? На екіншіден, өкініштісі, Сержан, братан, менің досым болды. Жақыным болды, жанашырым болды, уақыт зымырап өтіп жатыр. Міне көзді аш жұмғанша екі жыл өтіпті. Сержан братанның подкаблучник болғанында. Эй, Булық, қойшы сен қойдың? Булық, хватит заливать, блин. Міне менің бастығы, мен досы балаға қарауым керек. Братан, түріңді ұмытып қалды ғой. Хотел воскресенье күні далаға шығып тұршы. Шығасың мен таза оңын деп отырсың. Жоқ, шығарамай бала қарайды. Давай, Шигол, сен үшін. Кел. Досың, кел. Молодец, красава, әкеттік ал. Ержан, сенің вайның не болады енді? Мен қазір басыма сәл ақыл кіріп, бірінші образование алып алайын. Это вообще как? Можешь ютубқа кететін шығармын? Балам, сені мақтан тұтамыз. Біздің болашақ юрист. Бірінші юрист болам, потом прокурор болам ғо. Ого. Серьезно? Тем более семейный ғой. Ну, надеюсь, енді біздің кенжеміз красный болмайтын шығар енді, а? Солай ма? Келесі тосты мен әкем үшін көтерім келеді. Әке, басында арамызда түсініспеушілік болғаны рас. Бірақ отбасымыз қиын жағдайға түскенде, еш қиындыққа қарамай батыл қадамға бардыңыз. Бүгін осылай күліп ойнап отырғанымыз сіздің арқаңызды, оны мойындау керек. Саныңыз көбейіп жатыр, сәбилі болып жатырмыз. Ержан оқуға түсіп жатыр. Құттықтаймын, Ержан. Рахмет. Осының бәрі әке сіздің арқаңызда. Мен сізді құрмет тұтам, әке. Және де өте қатты жақсы көремін. Ребята, сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Я тут, наверное, в двойном, в тройном шоке, это вообще как? Я говорил, что режиссеры, да, гениальные, но они вообще превзошли все мои какие-то ожидания, какие-то вот эти слова. Тут это даже, это что такое? Ну, по всем же, да, канонам, все, он умер. Титры пошли. Но прикиньте, какой они сделали ход крутой, да? Процентов 50 минимум, наверное, на этих титрах выключили фильм и пошли как бы с осадком в душе, а тут такое. Вы представляете, да? Какая... Режиссеры, да? Настолько круты, что они просто за какие-то 10 минут бурю эмоций от знака минус к знаку плюс просто вектор перевели. Это вообще, я тут сижу уже все расстроенный, как бы, ну, сами понимаете, да? Потом вот эти грустные моменты, когда они там стол накрывают, и по всему понятно, что сержана нет в живых, да? И потом бах, он появляется в кадре. Я еще такой сперва подумал, возможно, как бы
это так они его себе представляют? Ну, как бы для нас это так показали, да? Нет, как бы все вместе, он живой, жив, здоров. Он еще так просто как бы забул и так сидел, да, как бы где... Ну, особо его сразу не было видно в кадре. Ну, с этого ракурса, когда снимали. Ребят, почему-то мне кажется, да, я, конечно, не смотрел другие серии, другие фильмы с участием этого актера, который играет Сержана, но, по-моему, я более чем уверен, что это его лучшая роль. Особенно вот эта последняя серия, особенно вот эти последние кадры и вот это вот в конце, где он как бы просто улыбается нам всем в кадр. Ну вот это да. Я не помню другого такого же сериала. И особо их, конечно же, не смотрел. Но я не помню сериала по такому накалу как бы страстей, по событиям. Ну, событий здесь особо таких не было по ходу всего сериала. Как бы таких, чтобы что-то какое-то эпичное было. Просто вот эти вот моменты, да, криминальные. Но последняя серия, она просто превзошла все ожидания. Я даже себе и близко представить не мог, что сюжет будет настолько закручен. Это как вообще... Мне, в принципе, нравятся такие фильмы, да, где ты последнего не знаешь, чем фильм закончится. И когда ты думал, что фильм закончился, он еще раз переворачивает твое сознание. Оказывается, вообще все по-другому. Да... Так интересно, все мои реакции, ну, начались, я начал записывать и вести канал относительно недавно, и это первый сериал, который я начал делать в формате реакции, потом пошли еще Саке, там, Шекер, но этот сериал, он какой-то знаковый, вот лично для меня, с него, можно сказать, практически начался мой канал, и он сейчас, как бы, насколько я могу понять, более-менее... идет в гору потихонечку. Все, конечно же, благодаря вам. Спасибо, что смотрите. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Прям я вам всем очень признателен и благодарен. И этот сериал действительно для меня знаковый. Я его запомню. Особенно актерскую игру, сюжет и... Для меня, по-моему, вот этот актер, блин, я все никак не запомню его название. Для меня этот актер, по-моему, навсегда теперь останется Сержан. Сержан-братан. Да. Так много всего хотела сказать. А сейчас я просто сижу, и у меня внутри меня все как-то там переворачивается от этих всех событий. И я даже немного растерялся. Почему-то ничего не хочется говорить, я просто сижу вот такой вот, а вообще, что это было? Да. Ну ладно, все, всем пока. И, кстати, походу, это действительно была 12-я, последняя серия, все, дальше тут явно не будет. Может быть, там какой-то будет второй сезон, там через годик, через полгодика, может, его уже снимают, но тут все понятно, конец сериала. И еще я такой момент, да, сперва хотел сказать, то, что когда Сержан, ну, как бы умер, да, как мы все подумали, то это тоже была бы такой закономерностью, то есть, как бы ты вел такую жизнь, да, 90-х, бандитство, рэкет, все дела, и многие из его корешей, ну, как бы нет сейчас живых, или они такие, которые сейчас там 2 плюс 3 не могут связать, да, кто умер от наркоты или еще от чего-либо в перестрелках, в разборках. А Сержана постигла та же участь. Он также умер, также в этой разборке, да, также его кто-то там сзади, да, зарезал, как в сериале, как в фильме «Рэкетир». Просто ему немножко, да, так в кавычках повезло, и он на 20 лет, на 23 года выбыл из жизни. Но все равно его настигла, да, та же самая карма, как и всех его братков. Я так поначалу подумал. Но потом,
блин, как же круто, что я все-таки решил посмотреть до конца. Оказывается, как бы не все идет, да, по стереотипам. Как бы все зависит от твоих поступков, наверное. И в итоге, возможно, это такой посыл, что ты можешь все поменять все-таки, да. Сержант, я так понимаю, ну как бы изменился, да, и в итоге у него хороший друг Була остался. Большая прекрасная семья, которая увеличивается. И все у них мир да благодать дома в семье. Ну все, давайте, всем пока. Подписывайтесь на канал.